Всем привет! У нас сегодня был такой хороший солнечный денек. Мы много гуляли, любовались цветением нашей природы камчатской. Далеко не углублялись ни в какие леса, это все в окрестностях нашего гарнизона, в котором мы живем. Вот, в общем, в анонсе кратком на фотографиях видно, что я буду показывать дальше на видео. Смотрите. И начнем созерцание этой красоты прямо из моего окна. Вот такое желтое море цветов прямо у меня под окошком. Здесь тысячи, наверное, этих одуванчиков. Очень красиво. Тянутся вдоль всего дома. Целое море цветов. Я сегодня немного впала в детство, одела вот такое розовое худи. Правда, оно на меня такое большое стало, на размера 2, наверное. Потому что я похудела. Вроде бы и приятно, но иногда так одеваешь свои вещи, понимаешь, что надо покупать что-то другое. Ну ничего, балдахины тоже сейчас в моде. Что-то оборвала я свою запись. Продолжаем. Так что сегодня на мне вот такое вот розовое худи. Джинсы. И розовые. Так, как их показать-то? Розовые вот такие вот полуботиночки, туфли. Не знаю, как правильно назвать. Ну, они такие легкие, с дырочками. На улице у нас потеплело. Но я еще боюсь раздеваться, дабы не простыть. Сейчас посмотрим несколько деньков и уже начнем одевать более легкую одежду. Хотя многие у нас уже в футболках ходят, но мы пока так. Посмотрим по обстановке. Вот, ну что, идем дальше искать одуванчики. Проходим тут мимо холмика, цветет уже княженика, ягодка, очень вкусная. И птичка здесь поет, заливается. А на фоне зелени, смотрите, вдали вулкан. Еще в снегу, пока еще в снегу. А вот здесь еще один холмик, он весь усыпан цветочками княженики. Так красиво выглядит в тени, очень яркие краски, сочные, когда солнышком не засвечивается. Вот весь холмик в ягоде будет потом. Пока это только цветочки, ну а ягодки потом. Доброго пути! А вот еще желтая такая полянка красивая. Но это уже не одуванчики. Другие цветочки. Очень жалко.
Нашла дикий щавель. Хожу, жую. Такой вкусный, кисленький. А лучок наш все уже в стрелку пошел. Здесь у нас было местечко, где мы собирали дикий лук. Первый еще молоденький был. Уже стрелка и цвет пошел. Бутончики. А вот здесь, в этом местечке, нашли какие хорошие перышки лука. Такие добротные. Но у меня дома есть лук, мне мама угощала, так что не буду срывать. Пускай здесь растет для красоты. Сейчас только одну сорву пожевать в дороге. Кустик диких ирисов. Но у нас они пока еще не цветут и даже нет, бутончиков еще не видно. А потом будет красиво. Кстати, запомню этот кустик и вернусь к нему, когда зацветет. Очень много везде одуванчиков. Куда ни пойдешь, везде одуванчики. Здесь в тени просто хочу показать кустик клевера. Какой красивый. Сейчас такая сочная зелень, еще свежая. Очень красиво выглядит, приятно для глаз. Их здесь просто море. Этих пчелок, шмелей. А это уже листики одуванчика. Вот именно такую зелень, которая еще не дала цвет. Вот этот кустик, он уже весь в цвету. А вот именно такой, который листовой, его собирают и используют в пищу. Я, кстати, с весны кушаю одуванчики. Вот, но здесь еще на канале своем я не показывала. Вроде как. Вот. Хочу насобирать как-то, пока они еще не дали цвета, есть такие листочки, насобирать и потушить, по корейскому рецепту сделать. Вот. Смотрела одну блогершу, она показывала очень хороший рецепт и рассказывала, что у них вот продают вот эту зелень, выращивают в теплицах и продают, и они покупают, потому что им очень нравится. Как-то по ранней весне показывала вот это дерево, поваленное ивы. Ну, она уже вот совсем сникла и уже отмирает потихоньку. Но жизнь все равно в ней теплится. Вот молодая поросль, которая отбила с дерева, со ствола. Вот, вот так они подбивали молоденькие росточки, веточки. И уже кустятся. Такой сочной зеленью красивой. Вот она жизнь. Стремление к жизни. Пробиваться, несмотря ни на что. Я все хочу передать контрасты. Вот обильно цветущее дерево черемухи. Сейчас подойду немножко поближе. Такая вот красивая. И в контрасте вдали вулкан в снегу. Но все-таки ближе к лету он растает. Да. Уже снега не будет на вулканчике. Люблю Камчатку за буйство ее зелени. Куда ни глянь, куда ни пойди, везде зеленая масса. Я путешествовала много по разным, можно сказать, городам, да. И вот в некоторых мне прям не очень не хватало вот этой зелени.
Пошли. Пройдемся по зеленому ковру. Ой, а здесь под домом вообще все желтое. Живого места нет. Ж надо, как красиво. В общем, сегодня мы нашли, что хотели. Поймали солнечное настроение. Аврора. На Хабаров, скорее всего, полетел.